Евросоюз возьмет под свою опеку беженцев Турции. Сообщается, что ЕС запустил программу выплат, в рамках которой людям, бежавшим от войны, будут ежемесячно перечислять по 100 турецких лир. А это порядка 30 евро на специальные карты. Брюссель уже выделил на эту программу почти 350 миллионов евро. Таким образом, карточки помогут придать беженцам ощущение нормальности. По словам еврокомиссара по гуманитарной помощи Кристиана Стилиантеса, это беспрецедентный ответ на беспрецедентный кризис. Программа будет осуществляться при участии Красного полумесяца, Мировой продовольственной программы ООН и при поддержке турецких чиновников. Запуск программы запланирован на октябрь текущего года.